Это начало на том, что с прошлым. Так вот, если говорить о том, то тогда наши предки знали гораздо больше, чем знает современная цивилизация. И допустим, может кто-то пока попалась кому-то, называемая карта создания, как мы назвали, которую недавно нашли под Уфой. Может, кто-то читал? Кто-то читал бы? Интересно, нет? Карта создания. Никто? Читали, кто-то читал. Так вот, на этой карте, то, что человек нашел, ну, он искал и нашел карту, где отображена территория Западной Сибири, только один кусочек остался, он еще нашел еще другие куски, обломки этой карты, которая, в принципе, отражала весь мир того времени. И на этой карте, объемной карте, трехмерной, на фундаменте, гранитном фундаменте, трехмерное объемное изображение местности Западной Сибири, с такими деталями, которые невозможно получить на Земле, только из мер. Идеальным пропорциям все. На современный этап, даже так называемый прогрессивный США, им потребуется еще не менее 50 лет, чтобы современная техника накопить ту базу данных, чтобы с помощью ее создать подобную карту. Создать эту карту технологиям, которые сейчас неизвестны, и так далее, и так далее. И на этой карте изображена не только территория, там изображен дамбы, таких масштабов, таких размеров, которые на Земле сейчас уже не существуют, в природе, то есть никто ничего не смог построить. То есть любой канал, существует сейчас, выглядит царапинку с тем, что было на этой карте. Там существуют площадки разных типов, которые никто не понимает для чего, и так далее. Правда, по странному строительству, говорится, возраст этой карты определяется как 120 миллионов лет. Но смешно, что это непонимание, не специальная фальсификация, потому что если мы возьмем любое кладбище и возьмем любой могильный камень из гранита, то возраст этих камней будет тоже 120, 130, 150, зависит от какой глубины доставался гранит. Понимаете, чем глубже, тем старее. А значит ли, что если на кладбище стоит камень, которому 120 миллионов лет, значит ли это, что его сделали 120 миллионов назад? Нет. Это камень. Ну и так далее, и так далее. Я не хочу говорить еще об этом, но это тоже очень важно, чтобы понять. Здесь игра идет по крупному, не по мелкому. То есть фальсифицировать, прощать, да, вот мы были такие дикие, примитивные, и так далее, и так далее. Да, в силу определенных причин, как раз весьма объективных, порядка 13 тысяч лет была ядерная война мощная на Земле. Есть там факт много. После которого действительно большинство цивилизаций, кто уцелел, опустились опять, в принципе, на каменный уровень каменного века. Многие скопляют цивилизацию. Это вопрос второй, мы сейчас не будем затрагивать. Но это и значит, и факторов таких, и доказательств тому существует много.